интерактивный развивающий журнал. Тема выпуска – бытовые приборы. Сегодня Тимур и его команда – исследователи. Они изучают квартиру, в которой живут, и их интересует бытовая техника. Вот ребята пришли на кухню. И что они тут видят? Здесь, на кухне, им встречается множество бытовых электроприборов. Бытовыми они называются потому, что используются в быту в повседневной жизни. А электроприборами они называются потому, что работают от электрического тока. Их надо включать в розетку. Итак, какие же бытовые электроприборы находятся на кухне? Ира, Ваня, Тимур, Соня, Тимофей. Холодильник. Электрическая плита. Сегодня дети помогают маме на кухне с обедом. Тимур с мамой хотят приготовить кофе и вкусные поджаристые кусочки хлеба. Найди два прибора, которые им пригодятся. Тостер. Посудомоечная машина. Мультиварка. Кофеварка. Ты чемпион! Найди и посчитай все миксеры на кухне. Покажи правильную цифру и назови ее. 6, 7, 8, верно. 9. Тимур пришел помыться в ванную. Все стоит на своих местах. Внимательно рассмотри комнату и запомни, где находятся предметы. Тимур. Стиральная машина. Электрическая зубная щетка. Тимур. Водонагреватель. Перетащи предметы на свои места. Соня уже начинает изучать буквы. Помоги ей соединить прибор с буквой, на которую он начинается. Буква У. Фен. Буква Т. Т. Буква Х. Полную версию выпуска, а также более 50 других развивающих журналов ищите в приложении «Занимашки». Скачайте прямо сейчас.